Я тур, бля, понимаешь? Ты чё, братан, в мультиках пересмотрёшься? Есть! Да, нормально? Ну, это программа не пища. Здравствуйте! Приветствую! Как ваши, ну, дела ваши? А что-то у вас как-то язычок заплетается маленечко. Ну, пятница как бы, ну. Нет, пятница, как положено. Обязательно. Хотел, я не понимаю, да. Это. Я не понимаю, это бело-черное или бело-синее? Синее. Я не знаю, братан, это. Цвет такой необыкновенный. Асгардский, блядь. Асгардский. Че, в Асгарде тельняшку носили? Да, да. Ну. То есть и туда в ВДВ добралось, да, с морпехом? Не-не-не, я асгардец, я Тор. Ты Тор? Да. Ну, этот. Бог грома. Тор ВДВ или Тор Морпех? Асгард. Тор. За Асгард, блядь, вот, понял? Да. Ну, меня же, понимаешь, там. Ты только не говоришь, что видел меня подбухивал, потому что я там не даю плохой пример, как бы, да? И типа Тор не пьянеет, а там. О. Не знаю. В Марвеле не пьянел. Вот именно. Эй, это пародия жалкая. Я-то настоящий. Ты хоть раз видел настоящего Тора? Нет, пока нет. Я Тор. Единственное, что они фишку от меня спи***ли, это то, что молот прилетает. Ну, он действительно прилетает. Нет, ты скорее похож на этого. Кратос, скажи еще. О. Ну, вот, за***ли это Кратос. Кратос нет, ну, может, срисовали где-то, когда-то видели. А так нет, да. Ну, вообще, Кратос, он там, это выдуманный персонаж. И то, что ну, вообще, играет... Кратос же, по-моему, не существовал. Ну, как бы он был, но он, по-моему, не он не существовал. Он, по-моему, был, но он не существовал. Я тебе говорю, как асгардец, я-то знаю, ну, точно, блядь. Блядь, откуда тебе знать, если он с другой мифологии? С хуй, вон в игру выпустили, он там с Тором махался. Рагнарёк. Блядь, спойлеры! А-а-а, ну прости, братан. Ну я бы ему напи***л, если, ну так вот, вживую. А там он типа ему напи***л. Можешь не притворяться, что ты пьяный. Я не пьяный, я поддатый. Я понял. Я немножко вдатый. Так себе получается, если честно. Не очень, да? Ну вообще плохо. А вот так? Блядь. Да нормально? Так лучше. What's up? Yo, what's up? What's up? I'm fine. Where is you from, bro? New York. New York. I'm from Asgard. My name is Thor. My friend Iron Man, Spider-Man. Yes. I am all. Yo, everybody what? Like, oh, oh shit! Yeah. Yo, Thor? Yeah, duh, my name is Thor. Thor. Okay. My name is Snoop Dogg. Snoop Dogg. My name is. Eminem. My name is. Здравствуйте. О, здравствуйте. Наконец-то более-менее нормальный человек. Ну, я вам сказал, не совсем вы правы. А почему нет? Потому что я не человек, дорогая моя, не человек. Я бог. Ты бог? Да. Ну, этот, ну... Тор, помните Тор? Ну и что дальше-то? Ну вот я есть Тор, асгардец. Ты будешь общаться со мной или нет? А? Ты будешь со мной общаться или нет? Я общаюсь с вами, вы что? Привет с Асгарда, с небес, с вами Тор, бог грома и молота. И молота? Молот, okay. Молот, я достоин его. Так, еще вот. Че? Еще. Давай. Давай еще. Как у вас дела? Без тебя плохо. Да. Нет, вы скажите, если у вас там, ну я не знаю, там
У вас как погода вообще? Ебун. Че, серьезно? Я могу тучи разогнать. Разгони. Молотом своим, ходите. Молот! Молот! О! Разгони тучи. Да лови тогда. Я сейчас тебе кину. Только смотри осторожнее. Окей? Да какая хуйня, пранк какой-то. Давай еще раз. Че еще раз? Вы любите стихи? Передай мне. Сказать прости, что камень кинуть. Сказать люблю, так тоже без проблем. Живем в каком-то странном мире, где человек... Чего? Я знаю, что это наебало. Я знаю этого блогера, который так делает. Какого? Который такой волосатый, как на Галустяна похож. Да, но я не волосатый. Вы заметили, что я не волосатый? Ну-ка, что? Вы заметили, что я лысый? Ну, а ты мне что-нибудь скажи так, еще не включай, а просто скажи мне. Что сказать? Неважно что, просто этим словом. А, неважно что, скажу тебе этим словом. Ну, это программа. Понятно. Какая нахуй ебучая программа? Какая ебучая программа? Смотри, видишь? Смотри, давай, говори любое слово. Любое слово говори. Ну вот сейчас твой голос. А после ты уже не своим голосом говоришь. Я сейчас говорю своим голосом, как Ибрагим. Либо как Карлсон, который идет на крышу, понимаешь меня? Карлсон? Ну конечно же Карлсон. Как может быть программа менять голосей, если Карлсон говорит так? Я же не робот. Откроем секрет. Не. Вы хоть раз видели актера дубляжа, который фильмы озвучивает? Ну, вы фильмы смотрели? Нет. Фильмы смотрели. Ну, фильмы смотрели. Слышали голос? Они через программу озвучивают? Нет. Какого хрена тогда вы считаете, что я через программу озвучиваю? Давай еще, давай еще. Ну что сказать, стих, давай. Вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо. Сунул руку, нет яйца, так и шлепнулся с крыльца. Гениально. Так пойдет? Да ну нафиг. Че? Да ну нафиг, да нет. Да как нет-то? Голосом управлять, понимаете? Билайн, легко и просто. Магазин Эльдорадо низких цен. Как тебя зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Вот я Карлосу передаю привет Ольге. Большой-большой привет Ольге передаю Карлосу. Либо как султан Сулейман. Передаю Ольге привет. И от Ибрагима. Серьезно, что ли? Ну да, у меня талант такой, голоса меня. Я же не просто бог, я еще... Вот, мам, ты записываешь вот то, что ты делаешь или нет? Объясни мне. Да. Куда записываешь? Ютуб у меня есть. Серьезно? Да. Ну правда. Да правда. Здравствуйте. Здорово. Как дела? Пойдет у тебя как? Пойдет. Ты здоровый. Ну ясно дело. Я же не человек, я бог. Нихуя ты попутал. Не, серьезно. Я Тор, Асгардец. Расп***ь ты хоть оргазм. Я Тор, говорю, с Асгарда, бля, если не знаешь. Ты чё, братан, в мультиках пересмотрел, что? Это легенда. Сказал бы... Легенда? Да. Надо было сказать, я Илья Муромец, Добрыня Никитич, я пескал. Респект тебе, родной. Не, я понял, братух, но я-то не Илья Муромец, я Тор, понимаешь? Ну да, бог грома достоин молота, блядь, все дела, блядь.
Поднять только я могу. Ебани. Че? Ебани. Ебани что-нибудь. Повелитель струи. Молот. 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 Давай, давай. О, нихуя себе. Я же говорил нахуй, что я, блядь, Тор, а ты, блядь. Базар, Джек. Еще раз его, не? Подожди. Выкинуть его нахуй, заебал, блядь. Ну смотри, этот лагерь, смотри. Это... Замути еще раз, по-братски. Скрутив его, обретал способность летать. Энтри, дело вовсе не в руках. Все, что ты когда-то создал, меч, секира, молот, все в твоей голове. Еще раз, замути, как ты сделал, по-братски. Все, все, ну что ж я буду туда-сюда его. Братан. Да вон, кенту, покажи. Покажи кенту. Кенту, Кент, здорово, привет от Тора. Смотри. Да.